три малыша уже, вон. Вон они за ней Ух плавают. Ух ты, какие классные. Какая-то мордочка красная, красно-зеленая там. Круто, молодец. Это у нее дети. То есть она даже за ней тут размножается. Да. Да. Очень круто, конечно. Да. Сам, значит, здесь... Хорошо, экологически да. Чисто, мне кажется. Ну, потому что... Хотя, конечно, накидано. Ну, накидано. Ну, чистят здесь. Вон бутылка, конечно, которая валяется. Ну, и что-то они в разные стороны там. Ну, это круто, что А он еще четвертый впереди. Нет, это был. Не черепах. Да, там был перед ней еще четвертый. Ну, значит, они в тени где-то здесь живут. Я не знаю, где они живут. Но, видишь, за ними смотрят. Плывите за мной. А, они же это, они дышат воздухами, да? Они, видишь, да. Вдыхают и, наверное, и заново да. Туда. А, вон он, четвертый. Угу. Вон, да, вон, барахтается, всплывает. Они прям вот подо мной плавали, я так смотрю. Не хищники, мне кажется, вон они вниз заплыли. Тут и рыба водится. Не, вон они там все. Ты что, сейчас наладишь телефон прямо на черепаху? Может, ей позвонить надо? Ну, смотри, как утки здесь, черепахи. Тут вот. Там еще вон куча. Тортила. Тортил. Тортил. Наверное. Тортил. Туртле. Вон, смотри, сколько их там. Черепах ловил. Черепах делают. Да. Все, они уплыли. Они поняли.